3, 4 и 6 мая в Кировском городском дворце культуры состоится интерактивная экспозиция. Прозвучат стихи и песни военных лет. Гостей познакомят с атрибутикой времен Великой Отечественной войны. Расскажут о решающих сражениях. На мероприятие приглашают организованные группы школьников 5-6 классов. Вход свободный. Запись по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. А 8 и 9 мая на большой сцене Дворца культуры военная драма по мотивам пьесы Галины Неволиной «Письма сквозь время». Главная героиня – выпускница школы, которая вместе со всей страной переживает войну. Больше подробностей народному рассказала режиссер постановки Алиса Морская. Пьеса в первую очередь о любви к жизни, о любви к миру. Это пьеса о таких же молодых, мечтающих, ищущих, живущих людях, которые, наверное, которых застала война и очень сильно изменила их жизнь. Я надеюсь, что мы зацепили именно те самые струны души, потому что это больше о любви и о дружбе, нежели чем о войне. А война – это больше как личная драма внутри каждого человека. Постановка рассчитана на зрителя от 12 лет и старше. Начало в 15 часов.